Всем привет, ребят! Ну что, наконец-то после коллекционера добрался до своего твинка на US-ке. Хороший у меня твинк, лучше, чем основа на русском уже. Не знаю, очень много вопросов к IDG по этому поводу, но ничего не поделаешь. Будем играть на твинке. Вторая сторона доната. Давно я вам уже не заснимал такие видосики. В принципе, уже нечего заснимать, и так все есть. Единственное, что нам остается, подкачивать девятые таланты. И сегодня мы забираем вот такие вот плюшечки. Ну, на русском, честно говоря, я о таком только мечтаю. Думаю, вы тоже многие. 8, точнее 10 восьмых ремок сразу же получил. 25 камней, там сумки, 5 бугименов, кучу плюх, 75 сундуков 4-го левела. На русском это просто вау, это космос, я вам сразу скажу. Здесь намного дешевле. То есть, по сути, это такие же большие паки, как у нас. Но, как видите, получается все намного круче и намного больше и, по сути, дешевле. Такой вот рынок, то есть много всего интересного есть на нем. Честно говоря, мне тут уже ничего такого не надо. Все эмблемки все есть, так иногда добирают то, чего не хватает. Надо скины еще добить. Поехали посмотрим, что там у нас сегодня интересного есть. Коллекционер есть, что по наградам. Календарь. А, это такой же календарь, я в него забываю просто заходить. Так, сейчас посмотрим, что там у нас за 10-й день сегодня дают. 50 сумочек дают. Ну, и на этом спасибо. Так. Supreme Gifts. Сейчас посмотрим, что здесь дают. Понятно все. Так, дальше. 7-дневный бонус. Первая попытка. Это на траты. Bingo Blast. Поехали посмотрим Bingo Blast. И пойдем открывать. Смешно, конечно. Четвертый сет ремки. При том, что восьмые продают. Ну, я не знаю, не понимаю логики, но ладно. Типа, купил восьмерку, тянул, у тебя четверки зато нету. Четвертой эмблемы у тебя нет, у тебя только восьмые. Так, окей. Gold Key. Так, хорошо. Алхимик, поехали на алхимика. Посмотрим, что тут у нас есть. Сейчас быстренько позабираем тут. Хорошая музычка. Посмотрим. Ну, я опять же говорю, эти акции здесь вспомогательные ни о чем. Самое основное — это рынок, который меняется каждый день. Они уже не знают, что сюда пихать. Посмотрим, что они в обнове добавят. Мне аж интересно. Так, exchange. Что у нас есть? Значки почета. О, 500 гемов заберем. Наверное, отсюда самое интересное — это гемы забирать. Конечно, немного мы их отсюда заберем. А может, и нормально заберем мне. Так, желейки. Прям топовые плюшки. IGG, как всегда, улыбают. Ну, тут, скорее всего, локализатора. Так, хорошо, это забрали. Найми героя, открой сундуки. Можно получить скелетику, ничего себе. Монтанику, Пампкин Юг. А, 20 камней всего лишь. Ну, вот так вот как-то. Как-то не ахти. Вообще печально все сегодня. Так, ладно, поехали дальше. У нас есть интересного сегодня в перелимит. Скоро уйдут значки почета. Огонь.
Опять какашки у нас уходят. Перелимит. Так, ну камней нам пока хватает. Сейчас мы пооткрываем сумки. Смотрим, какой шанс выпадения камней из сумок. Я уже их открывал много, еще сегодня пооткрываю. Так, что у нас есть? Эти мы не сможем открыть сундучки. У нас перелимит камней. Праймбоксы. Это мы с лабиринта забрали, кстати. 90, накопим их нормально, пооткрываем на разных серверах, посмотрим. Ну, я сомневаюсь, конечно, что я буду бегать на других серверах, но здесь ради интереса побегаем. О, 5 рогатки. Это было серьезно. Так, железка. 150, ребят, сундучков у нас есть. Я их буду дальше копить. В принципе, мне отсюда ресурсы не особо сейчас надо. Будем копить. Так. Ну, поехали. Будем открывать. Посмотрим. Открываем эти 70 по одному. Знаю, многих бомбит, но я хочу посмотреть, какой шанс так. А потом, вот смотрите, сразу же камешек падает. А потом я накоплю и открою все вместе 10, потому что я на кое-чем уже увидел разницу. Возможно, и так будет тоже разница. Так, камешек пока у нас только один выпал. Два. Так, и что у нас было? 70. 15,2 уже выпало, неплохо. Три. С двадцаточки три. Ну, на русском мне так не падало даже. Ну, эти эмблемы изворотливости, по сути, нафиг не нужны. Вот изворотливость еще упала. Нимбл. Так. Пока только три. Печально. Четыре. Отлично. Ну, по сути, за половину 4 из 35 уже упало. Отлично. Мне бы еще 4, чтобы как раз добить. Сразу же падает еще один. Еще два надо. У меня там или три даже. Ну, в общем, открываем, посмотрим. Вот еще один. Пятый, по-моему, или шестой. Честно говоря, уже сбился с толку. Напишите в комментах. У меня уже башка не варит. Еще один. Так, у меня, по-моему, было 33, если не ошибаюсь. Тридцать девять, шесть, по-моему, упало. Неплохо. Неплохо, неплохо. Еще одного можно открыть. Будет вообще супер. 19 с 50, 5 или 6. Ну, по сути, с 10 один падает. Где-то так. Попробуем в следующий раз открыть сразу же по 10. Посмотреть разницу. Вот есть, отлично, добили. Еще 4 героя можем прокачать. Ну, то, о чем я говорил, можно было вот еще один. Ну, не знаю, напишите в комментах, сколько мы их выбили. То у меня уже аут. Так, ну у меня, по-моему, мохнатка здесь прокачанная. Да, тут такие надо скины. Они уже на максималке прокачанные. Вот так вот, ребят, что у нас получилось по камням. Камешки, камешки. 41.
Ну, в принципе, неплохо. Но все-таки, опять же, дешевле купить, не открывать эти, не ловить шансы. Когда продают, есть акции, скидки, и можно нормально затариться. В общем, ждите дальше видосов. Будем по чуть-чуть твинка прокачивать. Конечно, качать особо нечего. Я уже буду тестировать больше на нем. Камешки уже у нас, смотрители, докачаны на максималку. Будем трешивать на древних и на прочих локациях. Ну и дальше открывать плюшечки. Все, пишите комменты, подписывайтесь. Все как всегда. Всем удачи, всем пока.